Я, Мальчикитова Мира Григорьевна, и моя семья сохраняем оленеводство и культуру ивенков Забайкальского края. Мы Чару считаем своей родиной. Река Апсат, она течет с Кадарских гор. Вдоль этой реки мы пасем оленей. Такие же, как и люди. Есть вредные, есть мирные, есть такие неженки. Есть, которые могут и в палатку зайти. Она будет дыметь. Вот. Помогает от легких, очистка легких бывает. Я помню, отец так делает. Очищает бронхи хорошо. Оленеводство у нас увядает. Во-первых, хищники. Во-вторых, кадровый голод. Нас некому скоро будет заменить. Нужна, конечно, поддержка. Я вот всегда благодарю вот наших недропользователей. Удаканская медь. Они же нас поддержали материально, технически. Бензопилы, мотособаки, бураны. Ну это же где мы бы взяли это все? Мы тоже люди, два глаза, пусть они узкие, две ноги, две руки, но мы должны себя обеспечивать. Но у нас никак не получается. Потому что нам надо быть с оленями. Мы без оленей не можем. Вот здесь мы живем, в этой палатке. Медвежья шкура. Здесь вот люлька вот. 25 августа нам будет 40 лет, как мы вместе. Трое дочерей, сын. Сын трагически погиб. Его зарезали ножом. Прямо в сердце его попали. Очень трудно пережили. Муж уезжал, приедет, но он мне рассказывает. Я, говорит, по лесу еду, ору, плачу. Вот в этот момент вот мы взяли девочек. Слышала, девочка в больнице, ее должны отправить в детский дом. Может, говорю, заберем, нам ее показали. Конечно, там зрелище было. Но мы были настроены решительно. Пока мы к ней ходили, там Анютка бегала. Тоже лишили материнства. Подбежит, голову положит, я ее поглажу. Вот собака тоже меня подпевает. Мы в прошлом году заняли в Забайкалье год семьи первое место. Позапрошлом году опекунские семьи. Потом я заняла мама Забайкалья. Нас пригласили в Москву. Но Москва оплачивала только с Читы до Москвы. А до Читы? Ну где ж на нашу ораву-то столько денег? Я пошла куда? В Даканскую медь своим друзьям. Они это, конечно, сделали с большим удовольствием, за что я очень благодарна. Вообще, Даканская медь с нами всегда рядом. Вот сейчас недавно прошел большой праздник Бакалдын, это встреча переводится. Встречались три района, это же надо вывести из других районов столько денег. Водоканская медь всегда влаживает деньги. Праздник прошел очень хороший. Мы надеемся, что Водоканская медь нам построит это на стойбище. У нас всегда была мечта, чтобы у нас был какой-то свой центр туристический, чтобы мы могли бы свою культуру пропагандировать. Я всегда говорю, нам дайте только удочку, а рыбку-то мы сами поймали. Я люблю тайгу. Тайга учит, тайга лечит, тайга нас воспитывает быть честными, потому что от этого зависит наша жизнь. Тайга – это и есть наш дом.